Всем хорошего настроения, замечательного дня и вот такой вот великолепной погоды. И теряем слюни, наблюдая здешние красоты. Какой антураж, замечательная атмосфера футбольная. Все очень красиво, все очень ярко, солнце. И все готово к началу матча МЛБЭТ первой лиги на стадионе Академии Краснодара. Краснодар 2 примет Балтику. Краснодар начинает эта команда. Ну и давайте о составах. Краснодар 2 в свое время играл за сборную России. Удар ногами, добивание латышонок. Болельщики заводят и первые минуты. Блицкрик в исполнении. Еще раз. И как здорово, а! 13-я минута. Показывает на центр поля рефери. 1-0. Открывает счет Балтика. И мы ее с этим забитым мячом поздравляем. Мустаев Кузьмин. Ну а гол Кирилла Фольмера. Вот такое приобретение у Балтики. 3 в 3 бегут. Краснодарцы против Осипова. А Коронко можно забивать. И самоотверженно Радмановац. Спасение от Радмановаца. Вот здесь в подкате удар Коронкова блокирует. Смотрим Кузьмин, его подача с угла поля, стандарт. Удар, добивание, мяч не поймал. А что такое? Сейчас Аккацев не смог зафиксировать мяч почему-то. И попытка номер два, летел добивать Радмановац. Еще один угловой. Вот они, югославы, Радмановац, Гузина, пятилетних. Ну, в отличие от... Ну, посмотрим момент. Удар! В дальний тащит латышонок. Вот здесь удар. И потом полез, да. Карпов до конца бился. И, видимо, вот нарушение посчитал. Кузьмин, подача. Сброс, удар в руки. Повезло. Акмина Кузьмин бросает Фольмера по бровке. Прострел. Удар в дальний. Ведь снова, да. С фланга передача. Недоволен Гузина. Вообще, казалось, недавно основа основ. А вот поди ж ты, да, Пуцко. Момент. Второй забивать обязан был Мусаев. Обязан. Острейший выпад. Переложил с левой на правую Аки Денис Бергкам. Подача с правой. Большая группа. И не попадает в ворота. Подача, смотрим. Если нарушение правил было, блокировка, да. Не знаю там, что. Махнул рукой, махнул судья Пряхин, Казаев. И подача! И замыкать и обязан был забивать. Ну что, как Мусаев? В концовке первого тайма шанс был. Пас на Фольмера. А Коронко под левый удар в дальний, штанга. А вот это Краснодар. А вот это Джонатан. 12-й клуб в карьере. Здорово ставит спину, падает. Пенальти. Я говорил в первом. Вот здесь поймал Ндуку. Да, Пряхин красавец. 12-й. Довести счет своим. Голам тащит Аккацев. Добивания нет, не будет. Тащит. Смотрим повтор против Краснодара. Прочитал. Не очень хороший удар был. И по высоте, и по силе, и по исполнению. По точности, да. На замену вышел, через 6 минут забил. Кузьмин, подача, удар, и второй мяч влетает в ворота. Забил Сергей Николаевич Кузьмин, подача, выиграл воздух, да, там 3 метра, вы чего, добивание и не требовалось. Кузьмин, подача здоровская, и тут защитники, кто это был, Исаенко, разгромили Барсов и Максименко забили. Ну и вот на третий, да, и забивает таки Гедеон Гузина свой 12-й мяч, но и Мусаеву должен спасибо сказать, не забил с игры. А вот латышонок сам и фиксирует свой очередной сухой мяч, забирая подачу с углового. Кирилл Маляров, Младен Каш, Челан. Поздравляю друг друга. Поздравляем и мы Балтику